Всем привет, друзья! Вы на канале «Немецкая овчарка Арчи». Друзья, мы в Тбилиси и вышли погулять ненадолго. Должны пойти в магазин, заодно решили пару команд выполнить. Давай, Арчи, ко мне. Взяли для этого мы вкусняшки. Друзья, я вам обещал показать некоторые команды, как выполнять. Вот спрашивали, как правильно собака должна ложиться. Не нужно на собаку вот так давить, чтобы собака легла. Нужно взять просто корм в руки, поднести к носу и спустить вниз. Вот, друзья, и собака легла. Чтобы собака поднялась, тоже берем корм, подносим к носу и... Не-не-не-не. Вот так поднимаем вверх, стоять. Вот так. Говорим команду и потом подносим. Арчи, ко мне. Иди. Рядом. Рядом. Есть. Молодец. Остальные команды уже просто покажем. Давай. Вот так. Кстати, покажу, как эту команду выполнять. Вот так, рядом. Берем два корма, друзья. Один в эту руку, другую в другую. Вот, одну вот так делаем. И вторую с этой стороны. Одну с этой стороны, вторую с этой стороны. И вот получается команда «Змейка». Ладно, остальные, не буду, ну, думаю, сами уже поймете. Прыгай. Голос. Молодец. Арчи, дом. Давай. Молодец. Вперед. Назад. Сидеть. Молодец. Давай уже, потом уже, друзья, пробуем сдалека. Арчи, зайка. Не-не, сиди, зайка, иди. Иди. Молодец. Сейчас Арчи рядом. Рядом. Сейчас учим ходить рядом. Ну, Арчи знает, ну, пока показывать лучше. Давай. Рядом. Вот, друзья, Арчи сел и ждет. Ко мне. Сейчас, Арчи, рядом. Сейчас пойдем. Рядом, Арчи. Рядом. Идем. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Рядом. Сидеть. Лежать. Сейчас, друзья, давайте попробуем жестами команды выполнить. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А мы пошли. Нам нужно еще в магазин зайти за продуктами. Иди гуляй, ладно. Так что всем пока и спасибо за просмотр.